Чё творится, блядь? Чтоб тебя гулят. Чё, уже взорвали, что ли? Охеренно, я бы сказал. Да, сейчас все по новой делать. Охренеть. Ну ладно, сейчас я знаю, куда бегать, так что мы это все очень быстро сделаем. Блин, тут оказывается все на время. Что ж вы, уроды, со мной делаете, а? Это секретное золотохранилище. Да пошел ты в жопу, козел. Именно здесь марши складировали свои богатства. Ты меня предал, скотина. Это ж надо так подставить, а? Ни время не указали, ни даже Джек Уолтерс там не кряхтел, типа, бля, сейчас время кончится, надо поторопиться. Я-то думаю, все заскриптовано наглухо, а у нас на самом деле, оказывается, 20 минут, ну какого хера? Давай, беги быстрее. Блин, ну почему тут нет ни одной сейф-точки на такой огромный участок? Вентиль давления контролирует поток газа. Свали нахер с дороги, блин. А, подожди, я же забыл. Меня тоже же этот газ в состоянии ошпарить. Это охренеть, блин, ну что ж такое? Все-таки, блин, до чего дубовая игра в каждом из своих аспектов? Если бы не такой крутой сюжет, а сюжет тут действительно крутой, то, блин, я бы ее давно забросил. Но мне действительно интересно, чем кончится вся эта история. И я думаю, вам тоже. Поэтому потерпите, дорогие зрители. Накладочки такие при слепом прохождении неизбежные. Но это, на мой взгляд, гораздо интереснее, чем смотреть, как человек, который уже 1000 раз проходил игру, быстро ее пробегает. Потому что просто упускаешь кучу деталей. Так, мне нужно открыть вот эту вот сначала щеколду. И щеколду. Не знаю, то ли я неграмотный, то ли опять заработался. Так, ну сейчас эта свинья тут будет. Да-да, да, я тебя боюсь. Я знаю, что ты встанешь. Давай. Ну, харай, ёк-макарёк. Так, что-то у меня со здоровьем, по-моему, не лады, да? Давайте-ка подлечимся. Так, все, давайте в темпе двигаем отсюда. Начинает раздражать уже это место. Так. Тело ключ. Холодное. Да харе, бери ключ. Он больше не понадобится. Откроем дверь. Куда эта дверь у нас? Ага, понятно. Так, нам, по-моему, сюда и надо. Я уже успел слегка подзабыть. Больно, может, тут похожее помещение одно на другое, никаких тут запоминающихся моментов нет. Так, мне сюда надо открыть все вентили. Для начала вот этот. Так. Блин, 20 минут времени. Еби. Так, дальше. Тут у нас сегодня такой марафон, значит, типа. Поганая тварь, ненавижу тебя. Сколько ты мне кровушки попила уже. Да за... Давай вот это бери. Этот вентиль управляет током. Спасибо, Кэп. Без тебя бы в жизни не догадался, чем он управляет. Интересно, чем же управляет этот вентиль? Уж не электричеством ли? Дебил. Так, все, надо возвращаться. И мы, по-моему, не туда идем куда-то. Так, да. Или нет, все нормально.
По идее-то тут ничего сложного, но когда в первый раз, когда играешь, просто непонятно, куда идти, что делать, куда податься. По второму-то разу это все элементарно делается, поэтому так, бежим назад. И сейчас надо, кстати, быть поаккуратнее с той дверкой. И мы выходим в холл. Да ты паришь уже. Ох. Я просто удивляюсь. Так, главное, на этом фоне их совершенно не видно. Так, а если я сюда зажмусь, то меня не нахлобучат там. Вроде все нормально. Так, слегка подлечимся, дабы не испытывать судьбу. Пока что аптечек вроде хватает. Так, давай, Джек Уолтерс, поспешим. Нас зрители ждут. 20 минут, 20 минут, охереть. Тут я был. Я тут везде был. И здесь резкий переход такой. Нет, не сейчас. Вот сейчас. Опа! И тут уже каменная кладка. И совершенно другой дизайн. Так, сейчас я окажусь в дурке. Но сначала я подвину вот этот маленько вот так вот сюда. Да я знаю, да. По своей тактике обычной. Идем. А пойдемте в ту сторону в этот раз. Ух ты! Ладно. Какой-то он припадочный. Как те некроморфы быстрые из Dead Space. Интересно. Так, нет, мне, видимо, чуть-чуть назад надо. Вот так вот. Кажись, нормально. Ой, кто-то бежит. А, это ты? Мы вас нашли. Как я рад вас видеть. Что это за место? Это какое-то святилище. Наверное, это частная молельня маршей. А горгулья переросток? Это не горгулья, агент. Это Ктулху. Парни, а, это Ктулху. Эта комната скоро будет погребена под слоем камней и металла. Ладно, Уолтерс, пошли, пока все не взорвалось. Пока все на воздух не взлетело, написано. Ты неграмотный ФБРовец. Так, и чё? А, все, взорвал. Вместе с этой тварью поганой. А, хорошо. Так, мне в последнее время, честно говоря, эти записи лень читать. Вы знаете, давайте как сделаем. Вы просто нажимаете на паузу, я тоже, когда буду загружать это видео, буду жать на паузу и почитаю потом историю. Потому что, блин, ну, надоело уже. Просто, вон, смотрите, сколько записей. Встретиться с сержантом. Короче говоря, Винсмут вводит государственные войска, чтобы этих дегенератов сравнять с землей просто. Ваши люди нашли этот старый туннель контрабандистов? Пока нет. Наша разведка считает, что вход в туннель находится ниже по течению. Мэнуксет замерзла, так что можно и по льду добраться. Пойдемте. По льду? Вперед, ребята! Зачистить территорию! Тут, как мы видим, куча солдат. Этот момент я недавно видел в рекламном ролике на одном канале. Поэтому знаю маленько, что сейчас будет. Но только маленько. Смотрите, держите оружие наготове. Так, ну что, мы идем в атаку. У меня какой-то странный пистолет. Опа-па. Опа-па. И здесь у нас бежит народ. Я пойду за вами.
Сейчас нас, видимо, встретят. Охереть. Так, мне, видимо, по этой идти надо. Оп, оп, оп. Так, а это... О! Ну ладно, будем знать. Блин, что-то сложно пошло. Итак, попытка номер два. Спускаемся. И щемим, щемим. Не обращаем ни на кого внимания. Не наступаем на тонкий лед. К сожалению, кнопки спринта у Джека Уолтерса нет. Он, видимо, слишком много курит. Блин, хоть в распрыжке бы быстрее двигался, я не знаю. Ой, ой. Ха-ха. Хорошо. Так, я, видимо, опять один остался. Что же за невезуха? Там кругом идет война. А здесь какая-то тварь. Видимо, неподалеку. Так, сохранение. Что может быть лучше сохранения? Время уже опять полчетвертого. Вот так вот. Ночами играть. Ночами играть, конечно, страшновато, но времени, в другое время суток, у меня сейчас нет. Так, тут кто-то стоит. А, это наш. Подожди, я возьму аптечку. И теперь можно поговорить. Они все мертвы, так? Они попали в ловушку. Они ничего не могли сделать. Черт! Я пытался им сказать, но Капрал меня не слушал. Они просто хотели перебить этих тварей. Как тебя зовут, солдат? Рядовой Паркер. Рядовой Джо Паркер. Ну что ж, Паркер, выходит, ты нашел вход в старый туннель контрабандистов. Дверь примерзла. Я пытался ее открыть, но она быстро примерзает. Нужно растопить лед. Вы возьмите огнемет, а я займусь дверью. Огнемет? Огнемет, хорошо. Ой. Паркер, стоять! Ого. Блин, ну это было предсказуемо. Так, Паркер, я спасу тебя. Паркер. Какого х... Пошел ты нахер. Это что за хрень? Это Ктулху, что ли? Я не пойму. Так, у меня сраный пистолет. У меня один сраный пистолет. Ему вообще похеру. Иди сюда. Ты иди сюда, скотина. Я тут. Возьми меня. Да ему вообще что ли насрать? Ну. Ну. Вот так. Чуть из-за твоей корявости я не погиб. Ха-ха. А есть ли там еще такие твари? Что, мне каждую выманивать сюда, что ли? Пистолет на них, я как понял, вообще не действует никак. Что там у меня по патронам-то осталось после такого? 16 патронов пойдет еще.
Увесистая динамитная шашка. Их форкер, похоже, я опять один. Что ж так залез башкой вперед? Тихо. Оттуда неприятные звуки. Так, давайте-ка я сюда схожу сначала. Что-то мне не нравятся звуки оттуда. Так, это похоже нычка, чтобы прятаться от Ктулху. Морские звезды. Как они могут обитать на суше? Это невозможно физически. Сука, слезь! Пошли нахер, я туда лучше пойду. Чё, как она меня провала? Охереть. Вот присосалась, бляха-муха. Ну давай, лечись, ёлки. Охереть, морская звезда. Они не могут так прыгать, у них мускулы так не развиты. Они перемещаются на сантиметр в час. Чё вы мне гоните-то? Это, блин... Какие-то неправильные морские звезды. Не сработает. Замок сильно заржавел. А так? Не сработает. Замок сильно заржавел. Видимо, даже так. Так, это оттуда. Да пошел ты в жопу. Закрыто и закрыто. Не сработает. Замок сильно заржавел. Да не боем-то и охота. Так, что-то то ли с гаммой, то ли что-то так темно стало, что я вообще ничего не вижу. Не знаю, давайте сделаем 7. Потому что, ну, что-то вообще просто я не вижу, что там в этих... Комнатушка, может, в этот самый прикол, конечно, в этом, но, блин, по-моему, это просто... Опа, кто там двинулся? А тут не эти жабы лежат? Да насрать, я не хочу знать. Джек, это вы? Мэйки. Где хранятся ключи от камеры? А я-то думал, куда ты делся. Наверное, где-то наверху, в главной зале. Что тут вообще происходит? Несколько часов назад правительство выдало санкцию на проведение в Инсмауте полномасштабной операции. Похоже, насчет болезни вы были правы. Я так и знал. Зачем откладывали штурм Ордена? Нам нужно немедленно арестовать Роберта Марша. Они не могут сломать главные двери. Все, кто к ним подходит слишком близко, сходят с ума. Я послушал разговор охранников о мощном заклятии, которое Роберт Марш наложил на главные ворота. Они сказали, что его поддерживает тайная церемония в честь древних. Что бы это ни значило. Нужно остановить этот обряд. Не волнуйтесь, Мэки, я вернусь. Так, и что нам? Остановить обряд нужно или освободить все-таки Мэки? Потому что я хочу освободить Мэки, это единственное... дружественное, можно так сказать, с натяжкой лицо на протяжении всей игры, которая появилась с начала игры, собственно. Так, и ключ. Это большой бронзовый ключ. Я думаю, все просто оказалось, да? Ключ не подходит. Так, ну, видимо, это ключ... было бы слишком просто, если бы он открывал что-то здесь. Я думаю, неумно будет открывать. Винтарь. Винтарь это.
я думаю, неплохо. Сколько у меня патронов к нему? 30 патронов, это хорошо. Учитывая убойную силу винтовок линейных, это, я думаю, просто отлично. Так, и нам ничего не остается, кроме как... Так, я могу тебя как-нибудь пристрелить? Вот так, например. Еще есть? Ненавижу этих созданий.